Приветствую, товарищи танкисты, Мэд Макс на связи, и сегодня я снова залетаю в розыгрыш бомбический. На евросервере он выходит буквально каждую неделю. И самое выгодное, как по мне, сделать открытие до 24 этапа, так как каждая крутка рулетки будет стоить менее 1000 голды. У меня сейчас 3600, как вы видите, делаем первую крутку за соточку и ждем выпадения какой-нибудь крутецкой награды, например, вот этого сундучка. Но мне падает черный ящик, давайте откроем его, посмотрим, что нам упадет, нам падает 200 голды. Вышли в плюс 100 голды, считаю это успех. 150 голды улетает, и здесь нам упадет что же? Кастомизация, ну куда же без нее? Я даже не буду открывать его, давайте крутить рулеточку дальше. Мне вообще не интересно, что упадет из контейнера с кастомизацией, сука, и снова он падает. То есть мы потратили две крутки, выбили эти долбанные контейнеры с кастомизацией, и все. И голдишка потихонечку сливается. Но ничего страшного, у меня есть коллекционочка 9 уровня. У меня есть 3 черных ящика 1 уровня. Давайте откроем. Выбьем отсюда контейнер 2 уровня. Ой-ой-ой. А это заявочка на контейнер 3 уровня? Серьезно? Еще и 300 голды. Давайте сразу контейнер 5, чтобы не мелочиться. Нет, 900 голдишки. Давайте зафиксируем все это. Открываем второй черный ящик. 300 голдишки. И третий черный ящик. Давайте. Второй левел. Ни хрена. Сколько у меня голды? 5000. На момент начала открытия, вы помните, у меня было 3600. То есть я сейчас зафармил где-то каким-то образом 1400 единиц голды. Итак, контейнер мистический. Они очень слабенькие. Здесь, я думаю, нам ничего не упадет. Да, 2000 свободного опыта. Такое себе. Стоимость круточки растет. Уже 400 голды сливаем, и здесь, конечно, не хотелось бы видеть контейнер с кастомизацией, поэтому нам падает 2 контейнера, собери их все. Ну и не забывайте, что в телеграм-канале Mad Max Blitz постоянно проходят розыгрыши контейнеров, премиум танков и так далее. Поэтому заглядывай по ссылочке ниже и подписывайся на мой телеграм-канал. Смотрим дроп-чек неинтересный. 450 голдишки. 450 голдишки. Пожалуйста, вот эту награду. Давай. Нет, снова собери их все. И собери их все, мне давно не падали коллекционки 10 уровня. И в этот раз тоже не упадет. Сертификат на 28 тысяч свободки. Это достойно. Это, я считаю, достойно. Итак, что же это за секретная награда? Контейнер — огромный сюрприз. Я очень сильно хочу, чтобы мне выпал именно огромный сюрприз, потому что здесь выпадает либо голда, либо коллекционный или премиум танк. То есть в любом случае я буду в выигрыше. 500 голды, смотрите, как быстро, пам-пам-пам. И 3 черных ящика снова зафармили. Вся надежда на эти черные ящики, что здесь выпадет очень много золота. Падает 400, хорошо. Открываем дальше, открываем следующий черный ящик. Контейнер 2 левела, 300 голды. Давайте сразу 4 уровня. Нет, 500 голдишки, и разработчики меня отпускают. Отпускают открывать следующий черный ящик. Пожалуй, это одни из самых ценных контейнеров, которые находятся в этой рулетке. 550 сливаем. 550. 3 мистика 1 левела. Ждем мистический сертификат. 3 дня према. Плохо. Это плохо. Нам нужен мистический сертификат, либо голда. 100 голды. Ну не 100 голды, побольше. Хочется, конечно, побольше голдишки зафармить. 2000 свободного.
Ладно, поехали далее. 575 голды. Вы заметите, да, что голдишка-то у меня практически и не тратится даже. То есть, получается, ну, как я и говорил, до 25 этапа можно открывать и при этом не уходить в минус. Но при этом и танк мы не выбиваем. А хотелось бы уже танк-то. Пора, я думаю. Да, ну, М6А2Е1 Experimental мне не нужен. Ну и на том спасибо. Восьмерочка есть в ангаре. Пока что мы ушли в минус 300 голды. Рассчитываем, конечно, на выпадение огромного сюрприза. Контейнер с анимированным аватаром. Я его пропущу. Ой-ой-ой, зависло чуть-чуть. Чуть-чуть подвисло. Удивите. Действительно удивили. Контейнер, собери их все. Три награды. Печально. Ценник растет. На каком мы сейчас этапе находимся? 13-й этап. Слушайте, да еще половину не открыли. Да? Точнее, половину как раз-таки открыли, и еще целая половина остается. Кто знает, что нам еще выпадет. Было бы, конечно, имбово забрать контейнеры бомбические из центра, но там шанс выпадения крайне мал. Придется крутить до конца, если мы хотим этим заниматься, но после 24-го этапа очень дорого будут крутки стоить. То есть там необходимо иметь где-то 1040 еще голды. Любимые мои черные ящики падают. Любимые черные ящики. Ой-ой-ой. Контейнер второго. Давайте контейнер третьего. Да хорош. Я сегодня дальше контейнера третьего уровня не доходил. Давайте еще один черный ящик первого левела откроем. 200 голды. И крайний. Не последний, а крайний. 200 голды. Практически минималку выдает. Каждый раз такое свечение красивое. 800 голды сливаем. 800 голды в надежде что-то выбить. Контейнер с кастомизацией. Пропускаем это дерьмо. И здесь, ну пожалуйста, огромный сюрприз. Снова три ящика. Ой, это открытие можно смело называть открытие черных ящиков. Снова второй левел, давайте третий. Да хер там пилы плавал, 600 голды. Получай, Mad Max. Получай заслуженную награду. Еще один черный ящик, 400 голды. И крайняя крутка здесь падает нам. Что? Правильно, минималка. 875 голды. Я, как заходил сюда с 3600 единиц голды, так и ничего не продавал. То есть мы продолжаем открывать, зафармили прям 8 левела. Сейчас, надеюсь, зафармим еще сертификат из мистиков. Давайте. И оттуда коллекционочку достанем. 100 голды. Где-то я это уже видел. Ну-ка. Ой-ой-ой, мистик второго левела. Здесь шанс на выпадение сертификата 10%. Поэтому ожидаем. Йо, мистический контейнер третьего уровня. А вот здесь шанс. Давайте посмотрим, какой шанс на выпадение мистического сертификата. 15%. Ну и голды может выпасть вплоть до 300к. Если мне здесь выпадет 300 тысяч голды, все, я перехожу на евросервер. Давайте через ангар откроем. Ой, что это будет? 30 дней прем. За что? Лучше бы 500 голды упало. Честно говоря, собери все, завалялись. Видимо, я забыл их открыть, и 1000 голды у нас камбэкнулось. Да-да-да, еще один премиум танк.
Премиум танк 7 уровня. Давайте заглянем в рулеточку. 2300 голды. Круточка за одну единицу голды. Давайте, пожалуйста, огромный сюрприз. Здесь он мне нужен. Он мне понадобится. Нет. Один мистик. Ну, за одну единицу голды я готов открыть один мистик. Нормальный ценник и 100 тысяч серы еще зафармил. Красота. 890. То есть я зафармил 7 левел, 8 левел. И голда все еще есть. Снова черные ящики, 3 штуки. Блин, по-моему, я их все уже выкрутил. Открытие черных ящиков. 400 голды из первого падает. Здесь нам падает 200 голды. Ну и из этого должен, просто обязан второго левела упасть. 400 голды и второй уровень. Теперь третий уровень. Ждем. Нет. Не сегодня. 2600 голды. Я не понимаю. Я просто не понимаю, как я зашел в эту рулетку. При этом у меня было всего лишь 3600 голды. Я, по-моему, уже на 20 этапе выбил премиум танк 7-го, 8-го уровня. Сижу на жопе ровно, дальше кручу контейнера. Самое главное вовремя остановиться здесь. Вот реально самое главное. 950. Вот круточки уже дороговато стоят. Мы вплотную приближаемся к тому самому заветному 24-му этапу. Что это такое? Второй левел. А, я, по-моему, его оставил в ангаре, да? Все верно. Пропустил. Скипнул случайно. 500 голды. 1700 голды и... Какой этап у меня? Давайте посмотрим, какой этап. 22-й этап. То есть мне надо 2000 голды. И это будет 3 крутки. Надеемся на выпадение черного ящика. Ну-ка, выпадет. Сверись. Если отсюда коллекционка не падает, то мне не хватит еще на одну круточку. Да, она, к сожалению, не падает. Эх-эх-эх. Придется продавать. У меня есть К-91, который мне не нужен, по сути. Вот, продадим мы его за 5000 голды, по-моему. Да, все верно. На девятке я не собираюсь катать на этом аккаунте. А вот крутить контейнеры, это интересно. Это всегда интересно. Так. Собрихси. Одна штучка всего лишь. Неинтересно. Это мне неинтересно. Я хочу огромный сюрприз. В прошлом открытии я выбил 3 огромных сюрприза, дойдя до 25 этапа. Может быть, сейчас повезет, конечно. Я не выбивал только мега-контейнеры и огромный сюрприз. Все остальное мне падало. Итак, 3 мистика. 3 мистика здесь, 4000 свободки. Далее. Сертификат нужен. Нужен сертификат. Не падает. И крайний мистик. 200 голды. Ой. Я вам уже говорил, что надо вовремя остановиться, но что-то я не могу. Я вот реально не могу уйти отсюда без огромного сюрприза. Давайте еще чуть-чуть покрутим. Я все же надеюсь, что хотя бы один огромный сюрприз я заберу. Контейнер с аватаром. Они еще есть здесь. Они еще есть в этой рулетке. Будет обидно, если сейчас опять он упадет. Контейнер с кастомизацией. Да, 2000 голды слил в никуда. Ну, как я и говорил, до 24 этапа крайне выгодно открывать. Далее идет полнейший скам. Огромный сюрприз. Я его ждал, я его хотел, он падает. Давайте открываем. Давайте на десяточку. К-91. Неужто мне снова танк выпадет? Да ладно, не верю. 1750 голды. Ай-яй-яй. Заскамили.
Ну ничего страшного. Нам надо дойти до круточки за одну единицу золота. Мистик первого левела. Тан-тан-тан. Соточку голды забираем. Да, 1500 голды не хотелось бы сливать и выбивать какой-нибудь контейнер с кастомизацией. Условный. Ёб твою мать. Что это было? Просто один контейнер с кастомизацией, два контейнера с аватарами. Зачем я в это полез? Два мега-контейнера. Ну, отсюда может упасть жир в конце. Давайте. Давайте, давайте. Много наград. Очень много наград. 300 голды. Черный ящик. Открываем черный ящик. И здесь у нас 400 голдишки. Открываем второй мега-контейнер. Коллекционный танк 10 уровня. Давайте, я верю. 250 голды и мистик. Но из мистика ничего не падает. Сегодня ничего не падает из мистического контейнера. Ой. Ну и на этой ноте я предлагаю завершить открытие, так как идти далее я смысла не вижу. Мы слили 3500, ничего не смогли зафармить, к сожалению. Дальше крутки идут убер дорогие. И если уж и идти, то вплоть до последнего этапа.